Новости дорожного строительства. В Черкесске в скором будущем появится новая объездная дорога. Как сообщает Росавтодор, в настоящее время все готово к старту долгожданного проекта объездной дороги от восточного въезда в Черкесск до поселка Знаменка. Проведены все необходимые экспертизы, выполнена проектно-сметная документация. Все это часть реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Карачаева-Черкесии. В целом, реконструкция и строительство новых дорог и мостов – это не только улучшение дорожной инфраструктуры, но и прежде всего безопасность жителей и гостей республики.